Небольшой урок о том, как отредактировать свое имя и прочую информацию о себе ВКонтакте. Зачем оно нужно? Ну, как правило, когда люди регистрируются в социальной сети, это происходит не всегда продуманно. Ну, например, в юности можно придумать какое-то себе имя сценическое или какой-то ник, а потом возникнет необходимость ввести свое настоящее имя и какие-то другие настройки подправить. Сейчас я покажу, как легко и просто это можно сделать. Я нахожусь на своей страничке, у своего профиля, и в правом верхнем углу всегда есть иконка с фотографией и именем. И здесь есть пункт «Редактировать». Мы не будем рассматривать настройки, возьмем только «Редактировать». И вот основные настройки. Мы можем изменить имя, добавить девичью фамилию, выбрать пол, семейное положение, задать дату рождения и даже опцию «Показывать» либо «Не показывать» дату рождения, либо если «Показывать», то «Как». Задать город и еще добавить близких людей. Если мы нажмем «Добавить», то можно их найти в ВКонтакте, если они, конечно, есть. А потом нажать на кнопку «Сохранить». И все изменения вступят в силу. То есть изменится имя, если мы это изменили, дата и прочее.